Вон реально может быть задеяние? Пока Россия далеко, так называемый военный потенциал Приднестровья, он э, не представляет угрозы. Они кричали, что они российский форпост, Путин, э, возьми нас. Украинская спільнота, к сожалению, в ней доминируют вот эти пророссийские настроения. Украинцы антиукраинские в Молдове? К сожалению, это такой странный конфликт, это крыша для бизнеса, понимаете? Всім привіт! Знову Європейська Правда розповідає про Молдову. І у нас в гостях у Києві. Уазон Антой. це депутат парламенту Молдови і очільник групи Дружби з Україною. Але найголовніше для нас те, що УАЗу тривалий час опікувався Придністров'ям, розуміє українську мову і зараз переймається Дружбою Молдови з Україною. Доброго дня! Вітаю вас! Слава Україні! Героям слава! Так, я народився в Україні, вивчив українську мову у школі. Я ніколи не жив у українськомовному середовищі. В 65-му році я взагалі переїхав до Молдови, став студентом. Тобто, вибачайте, панові пані, я далі буду російською мовою, тому що сучасною українською мовою мені вже важко спілкуватися. Хоча вона у вас але я розумію, що коли йдеться про політичні питання, то так, це специфіка. У да. панаса Мирно. Такого я не читав. <реш> Точно я маю почати з питання Придністров'я зараз в Україні. Ця тема дуже гаряча, і ми всі ну неправильно сказати, чекаємо, але слідкуємо за тим, що там, у цьому сепаратистському регіоні, організовують промосковський з'їзд, який цілком можливо, що звернеться до Путіна, так називаємо Придністровський конфлікт на протяженні десятиліття був прикриттям міжнародної сіті організованої преступности, которая занималась контрабандой. А России было достаточно, что она контролировала ситуацию через так называемый переговорный процесс, и ситуация была заморожена, делались деньги. После 24 февраля 2022 года на Левом берегу был шок. Они прекрасно понимали всю свою уязвимость, это узенькая полоска земли, Россия далеко, а рассерженная Украина рядом. И так называемые лидеры сразу стали вести политику ниже травы, тише воды, мы не в конфликте, мы и так далее. 28 февраля 2022 года Украина вообще закрыла границу с Приднестровьем. И уязвимость, зависимость этой полоски земли от этого только возросла. И когда мы говорим о военном потенциале, здесь нужно уточнить. Во-первых, 354 тысячи жителей левого берега, это абсолютное большинство, у них гражданство Республики Молдова. Бизнес реализовывается только через Республику Молдова в качестве экономических агентов Республики Молдова. Другое дело, что на протяжении десятилетий из-за коррупции и предательства тех, кто сидел в Кишиневе, хитрые ребята с левого берега имели эти налоговые преференции, которые мы сейчас потихоньку начинаем прикручивать. Что относительно военного потенциала? 70% э, военнослужащих в этом ОГРВ – это жители Левого берега с русским гражданством, которые пошли служить ради зарплаты, но не для того, чтобы умирать за Путина и воевать. ОГРВ, я поясню, это группование российских войск, которая Оперативная группа российских войск, которая незаконно находится на территории Республики Молдова. Это акт оккупации, но Россия спекулирует на том, что 21 июля 1992 -го года было соглашение подписано и был установлен миротворческий формат. И этот псевдомиротворческий формат, который предусматривает и российские войска, он фактически является прикрытием этого конфликта и не дает его решить мирными методами. Когда мы говорим о этом съезде всех уровней, я, с одной стороны, отношусь к этому с юмором, невзирая на то, что ситуация тревожная, по той простой причине, что на левом берегу было где-то шесть референдумов. Они кричали, что они российский форпост, Путин, возьми нас и так далее. Но Путину нужна не эта узкая полоска земли, а вся республика Молдова. Именно поэтому Россия не признавала Приднестровье. И кроме того, фундаментальный момент, нет общей границы с Россией. Поэтому то, что сейчас должно состояться 28 февраля на левом берегу Днестра, это спектакль и политическая провокация, который будет организован по заявке Кремля в перспективе обращения, не помню к кому, кремлевского фюрера Владимира Путина. То есть ему подыгрывает. А что за этим последует, сказать сложно, потому что есть фундаментальный момент. Линия фронта. Я когда Молдовы. Да. Пока линия фронта далека от Молдовы, Пока, ну, уже мы помним, куда пошел крейсер и другие корабли. Змейный остров Россия тоже покинула. Поэтому апокалиптических сценариев я не ожидаю. Скорее всего, не исключено, что вот эта провокация связана с тем, что должно произойти в Республике Молдова в 2024 году. Это я имею в виду референдум на предмет отношения к Евросоюзу и президентские выборы. Не исключено, что кремлевские политтехнологи, они же провокаторы, хотят использовать этот момент для того, чтобы иметь рычаг обострения ситуации в Республике Молдова. Но, конечно, мы с вами уже убедились, что Путин невменяемый, и что предпримет Кремль в этой ситуации, надо посмотреть. Давайте, от оскільки ми не можемо виключити того, що дійсно припустимо Росія визнає незалежність Придністров'я, ну навіть якщо не анексує, але от зробить якийсь ще один неприпустимий крок. Що це означає? Ну от е, що це означає для е, тих військових, які там на цій вузенькій смурочці землі, що означає для збройних сил України, що означає для Республіки Молдова, я привик впечатляти народу, цитірує дати, документи і цифри, але в даному случае... випадку... Я просто помню, что м, Путин подписал какой-то декрет, в котором был отказ от концепции внешней политики, при, принятой где-то в 2013 году, и там был момент решения Приднестровского конфликта на основе территориальной целостности Республики Молдова. Mm -hmm. То есть формально Путин от этого уже отказался. И мы знаем, что Россия она очень последовательна в продвижении своих политик, то есть она не забывает то, что случалось раньше, будь то это меморандум Козака 25 ноября 2003 года или что-то еще. Так что с этой точки зрения Путин уже сделал шаг года полтора назад. Указ, об отказе от той концепции внешней политики Российской Федерации, которая предусматривала решение Приднестровья на основе соблюдения территориальной целостности Молдовы. Так что это может быть в качестве обострения признать так называемую независимость. Но здесь, конечно, это будет чистой воды провокация по той простой причине, что эта полоска земли, вот этот шаг, он может подвигнуть и Киев, и Кишинев на более конкретные мирные меры э, по, для того, чтобы публика на левом берегу Днестра... Понімала, що Росія далеко. в Україні є у багатьох, принаймні, занепокоєння через те, що у Придністрові стоять російські війська. Ви можете пояснити наскільки серйозна загроза для України щодо відкриття західного або південно-західного фронту? Це такий странний конфлікт, Це криша для бізнесу, Пані, Тому воно все зрослось. Этот конфлікт. превратился в такое уродливое сожительство. Да? И вот исходя из той информации, которую я обладаю, те вооруженные подразделения на левом берегу Днестра, они э, не обладают сколько-нибудь серьезным военным потенциалом, не говоря уже о том, что характер войны в Украине продемонстрировал абсолютно новые технологии, спектр вооружений и так далее, и так далее. Но я здесь хочу быть правильно понятым. Все, что я говорю, это относится к ситуации, когда Россия далеко. Если чисто теоретически, а вы меня спросили, я чисто теоретически, когда мы смотрим на карту, я не могу забыть тот момент, когда российские войска были на расстоянии 135 километров от э, границы Республики Молдова, потом их отбросили назад. Да? А если, как говорится, не дай Боже, что-то произойдет на линии фронта, тогда это вот несчастье под названием Приднестровские, э, Приднестровские вооруженные формирования может сыграть какую-то роль. Но это в очень негативных сценариях, о которых я даже думать не хочу. А зараз как ДРГ э, реально может быть задеяние э, против кого? Ну, против Украины. Я так думаю, что их надолго не хватит. Потому что, когда на правом берегу кто-то запустил слух о том, что на левом берегу будет мобилизация, на, извините, на левом берегу запустили слух, что будет мобилизация, куда люди ломанулись, извините за современный русский язык. Вкусно. На правый берег ломанулись люди удирать от мобилизации на левом берегу. И то же самое, когда год назад, 24 февраля, я был в Киеве, мне вдруг стали звонить с левого берега из Распада. Что там на нас Украина нападет? Я говорю, хлопцы, успокойтесь, я в Киеве, тут никто вас не намерен атаковать. Когда я ехал домой, звоню тому, кто мне звонил. Ты где? А я в Кишине, я тут на всякий случай сына оставил. Понимаете? То есть я не хочу все упрощать и сводить к иронии. Да? Пока Россия далеко, так называемый военный потенциал Приднестровья, он не представляет угрозы для Украины. Да и для Молдовы тоже, я смею надеяться. Поэтому мы должны, конечно, наблюдать за тем, что происходит. Есть еще определенная проблема с нашей знаменитой гагаузской автономией. Ходят тоже настойчивые слухи, что там перед 9 мая будут какой-то тоже съезд, они хотят организовать. Если говорить о сценарии Кремля, рассчитанным на 2024 год, то они хотят 9 мая использовать для массовых провокаций. Типа, а что вы нам сделаете? Мы празднуем День Победы. До речи, вы сгадали про те, что Россия целиком может ориентироваться еще и на выборы, которые будут в этом году, президентские выборы. Есть у России свои кандидаты? Это вопрос очень сложный для России. Я начну с того, что у нас есть оппозиция двух сортов, грубо говоря. Есть проевропейские политические партии. Да, они в, в социологических опросах они выглядят достаточно неубедительно, но это искренние проевропейцы, которые не входят в партию Действия и Солидарность. И у них есть такое ревнивое даже отношение к нам, что вот Майя Санду и партия Действия и Солидарность приватизировали европейскую идею. На что мы им говорим, уважаемые? 60-70% граждан Молдовы выступают за европейскую перспективу. Рейтинг партии ПАС – половина. Остальная половина – ваша, работайте. Мы ничего не монополизируем, к сожалению. Да? А вторая часть так называемой оппозиции – это антигосударственная оппозиция, это пятая колонна. которая И вот э, сейчас в Кремле э, задались задачей Найти такого кандидата, который не позволит Майя Санду победить в первом туре и потом устроить кавардак в Молдове и, может быть, даже пропихнуть его в президента. По крайней мере, некоторые пророссийские патриоты где-то за третьим-пятым стаканом вина такие сценарии обсуждают. Но Молдова маленькая. Да. Мы знаем все в Украине прозвище Додона, Игоря да, Додона, да, который да. водолей кулек да. и инши-призвиська. Да. И бабушка нагадала ему на яйцах победу. Да, это, может быть, вы не все знаете, но он, он знаменит своими высказываниями. Последнее время, а не последнее время, а в 2019 году, когда режим Плохотнюка, Плохотнюк убежал, а вместе с ним Илон Шор, то в 2017 году Илон Шор был осужден на 15 лет за мошенничество и соучастие в краже миллиарда. Но этот молодой человек все никак не угомонится. Вначале он удрал в Израиль, а сейчас, по последней информации, он переехал в Россию, где его больше знают в качестве мужа певицы Жасмин. Да? И вот он стал символом вот этой антигосударственной деятельности. Москва в то же время понимает, что Дадон это не есть выигрышный вариант. И Москва сейчас перебирает этих марионетков, ищет ту персону, которая могла бы быть единым кандидатом анти-Майя Санду. Пока что у них это плохо получается по той простой причине, что это мое личное мнение. У Санду есть все шансы выиграть в первом туре. Она яркий, настоящий президент, проевропейский. Да? А антигосударственная оппозиция, пятая колонна, это мелочь, которая крикливая, которая у Маши Захаровой перенимает эти кричалки для того, чтобы скомпрометировать Майю Санду и европейскую перспективу Молдовы. Но на предмет того, чтобы выйти во второй тур, это для Кремля большая проблема. Есть еще э, такая, скажем так, фигура, это генеральный мэр города Кишинева, Иван Чабан. Мы не знаем, как он себя поведет, в какой мере его контролирует Кремль, потому что он в свое время был и молодым коммунистом. В 2014 году он кричал на митингах, поддерживая антиевропейский псевдореферендум в Гагаузии. Ну, скажем так, молодая демократия с политической проституцией часто ходит рядом. Да, <coughs> особенно когда избиратели, граждане не обладают хорошей памятью. А зараз Чебан став проевропейским, прозахидным, встречается с послом США и... Ну... ну, видите ли, у послов такая работа, что они должны встречаться со всеми реальными игроками. И он Чебан реальный игрок, мэр столицы. А, а другое дело, что Ион Чабан старательно перекрашивается. Пару лет назад я был приятно удивлен, когда он сказал, что город Кишинев входит в румынское духовное пространство. Вы же понимаете? Кто я выразником русского мира у Молдове? То есть за кем нам следковать? Кто я реальную пятую колонну Кремля? Шор в Москве? А, Чебан говорит, что он не. Додон Нет, каже, это вы, вы же понимаете, да. Додон списанный, но, ну, принаймні, навряд ли на него Он, вот он сейчас тоже в Москве, или, по крайней мере, на днях. И он разбивается в лепешку, пытаясь продемонстрировать Кремлю, что он еще могет, что другие тоже про Кремлевский, но вот у них рейтинг не такой. А я когда говорю, что у нашего избирателя плохо с памятью, то это относится также и к Игорю Додону, потому что вы можете представить себе президента страны, Который э, человеку из окружения плохотнюка Сергей Яралов диктует формулу федерализации Молдовы. Серега, это важно, так Козак сказал, да. Или который предлагает Плохотнюку подписать соглашение о создании коалиции, и в том соглашении, что был секретный пункт о федерализации Молдовы. То есть в нормальной стране, но ну, таких людей он бы стал вообще нерукопожатным везде. Но, но у нас в Молдове вот такая вот ситуация. Поэтому есть, я не хочу там делать рекламу, вот бывший башкан э, Гагузской автономии Ирина Влах года три назад заявила, что она начинает учить румынский язык. Ага, я понял, так, это мое личное мнение. ФСБ поручил своему агенту готовиться к катапультированию на национальный уровень. И сейчас Ирина Влах, на румынском языке, грязно и подло атакуют Майю санда выполняя задания Кремля. Ну что ж. какую есть роль в Молдове украинской диаспоры, украинской меньшины? За кого В Молдове есть такая этническая группа украинцев. Я помню перепись населения 1989 года. Это было 12,8% на обоих берегах Днестра. Тогда это было 600 тысяч. Сейчас Мои коллеги, которые занимаются, ну интересуются этой проблемой, они считают, что в Молдове около 200 тысяч этнических украинцев на правом берегу Днестра. А что до левого берега как... 1060-80 этнических а, украинцев точно не нет. Нет, я здесь дальше перехожу к деликатному и неприятному моменту: 2014 год аннексия Крыма. В ноябре, то есть через полгода после аннексии, был реализован соцопрос в Молдове. И 72% граждан Молдовы, которые считают себя украинцами, заявили, что Крым вошел в состав России легитимным путем. Это... Сейчас этот шок 22 -го года, я наблюдаю за социологическими опросами, он спровоцировал такую временную эрозию. А потом все опять вернулось на круги своя. К сожалению, я с удовольствием общаюсь с молодыми э украинцами, гражданами Молдовы. Они приходили в парламент, все было красиво. Мы думаем о каких-то каких возможных проектах, чтобы. Но к сожалению, на сегодняшний день э э э э эта украинская спельнота, к сожалению, в ней доминирует. Вот эти пророссийские настроения. То есть украинцы антиукраинские в Молдове? К сожалению, понимаете, точно так же, как, извините, э, пропутинские настроения, они не только у тех, которые не говорят по-румынски, или только русский, или только что. И среди молдаван тоже есть такие настроения. Поэтому это сложная проблема, которую нельзя решить в одночасье, но ее решать надо. По той простой причине, что Украина, которая героически сопротивляется российской агрессии, нуждается в стабильной, предсказуемой проевропейской Молдове. И в этой ситуации, когда нас ожидают вот эти и референдум, и выборы... А какие подопытания на референдуме? А пока еще неизвестно, только, кажется, в Конституционном суде формулировка должна получить заключение. Но в целом это будет про европейский выбор Молдовы. Да. Сегодня, я говорю, надо работать над консолидацией гражданского общества для того, чтобы этот референдум был убедителен, для того, чтобы кремлевские провокаторы, ну не буду употреблять терминологию, но поняли, что они на обочине, и чтобы это было мотивирующим Эм, э, имела мотивирующий эффект для нашего общества. Вы можете объяснить э, нашим глядачам и даже особисто мне, вот я тоже стыкался с тем, что украинцы в Молдове антиукраинские, пророссийские. Как так сталося? Это долгая история, наверное, нужна отдельная передача. Дело в том, что э, Антуан де Сент-Экзупери да, сказал формулу, что мы все родом из детства, да, а мы все родом из Советского Союза, и в условиях Советской Молдавии э, Кремлевский режим на протяжении того времени, как мы там были, он создавал homo советику с региональной спецификой. То есть в чем региональная специфика? Это помимо русификации это руманофобия. То есть у людей остался в подсознании животный страх перед объединением с Румынией. Вот 35 лет они все еще боятся. Это факт. Это очевидно, в том числе и на, не только в социологических опросах, но когда следишь, например, в чем обвиняют нас и Майю Санду, обвиняют да, провокаторы, Що ми ведемо Молдову к з Румунією. Щоб завершити, я розумію, що ситуація дійсно дуже непроста, але можливо у вас є світоглядне бачення, яким чином Молдова може об'єднати своє суспільство навколо свого реального позитивного майбутнього добробуту. Руху до Европейского союза и навколо понимания того, что Россия ⁇ это держава-злочиница. Чи это настолько нереально, что просто не выйдет? Мы живем в очень бурно меняющейся обстановке после 24 февраля 2022 года. И после этой трагической даты демократический мир, страны Евросоюза сделали очень много для того, чтобы Молдова выстояла, потому что у нас был и энергетический кризис, и шантаж Газпрома. Но в то же время э, у нас э, сложности с э, консолидацией общества в ситуации, когда Кремлевская агентура наглая, проплаченная. И у нас, откровенно говоря, я вот э, встречался с... Э, ну, неважно, с европейскими там, я говорю, вот, уважаемые европейцы, подарите мне линейку, чтобы я мог померить и сказать, не, вот это политический плюрализм, а потом померить, не, это предательство Родины. Потому что у нас под прикрытием политического плюрализма работает кремлевская агентура. У нас же демократическое государство. Если у кого-то политдуша за Европейский Союз, и он не видит трупы преступления против человечности, которые совершает путинский режим, что можешь сказать человеку? Особенно когда э, в день, когда мир всколыхнула э, информация об убийстве Навального, наш вице-председатель парламента поехал в Москву на какой-то форум антиколониальный. Очевидно обсуждали, как будет развариваться Российская империя. Не знаю. Но, как говорится, э, здесь нет никаких моральных критериев. В Украине они, к сожалению, проплачены кровью, они есть. Справді, ситуация непроста. И с чем можно полностью погодиться? Это и с тем, что для Украины важно, чтобы Молдова была стабильной и проєвропейської. Ми будемо у Європейській Правді слідкувати за подіями у наших сусідів. Лишайтеся з нами на каналі Європейської правди, каналі про Європу, НАТО та роль України у світі. І дякую, ОАЗу за а, приїзд до нас до Києва. Вам теж дякую. Мені дуже приємно бути у вашій студії. Дякую, до побачення.